За регулируемым пешеходным переходом выбирай место для разворота. Так, тут я так помню, здесь нельзя разворачиваться. Что мы должны сделать, когда нас команда... Перестроиться. Перестраивайся, конечно. Пока есть возможность, пользуйся моментом. А это, по идее, перекресток, да? Это не по идее, это и есть перекресток. Видишь, нам горит красный, ему трехглавый тоже светофор горит. Зеленый. Сейчас у них загорается красный, у нас загорается зеленый. Едем. Так, а нам за пешеходом, да, развернуться? Да. А пешеходный, если не ошибаюсь, вот этот. Дальше у нас какая была? За регулируем пешеходный перекресток. Пешеходный переход. А мы где развернулись? А мы до. А мы даже не доехали до него, да? Понимаешь, в чем ошибка будет на экзамене? Вот тебе и казалось, район аэропорта все легко и просто, и машин-то нет. А ну да. Вот. Опять себя в YouTube хочешь посмотреть? Опять, говорю, себя в Ютубе хочешь увидеть вождение. За регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Нет, ну вот так серьезно, да? Вот, казалось бы, ничего сложного нет. Вот именно. Вроде ничего такого. Тут пешеходный проход. Сейчас я что сказал делать? За регулируемым перекрестком место для разворота. А ты где начала разворачиваться? Ну, ты видишь перекресток здесь, светофоры увидела, да, сквозное движение, ну. Ты опять только что говорю, что тут такого, и говорю, выбирай место для разворота за регулируемым перекрестком, и мы соответственно. А я опять за пешеходным выбрала. И мы соответственно, даже пешеходного, по-моему, нет. Ты просто взяла и перестроилась и разворачиваешься. Ну давай, можешь так выехать. Не надо так выезжать, все уже надо делать. Вперед протяни чуть-чуть. А это все потому, что экзамен на носу. Крутим руль, поехали. Да, конечно, успеешь, если нажмешь на педалечку. Это я или нет? Да не знаю. Если честно, я не смотрел, кто там. Регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Это вот за получается. Нет, я сейчас говорю, за регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Так, это у нас получается регулируемый пешеходный. Да. Значит, едем дальше. Кому не нужны? Дальше. Инспектору. А он сам знает. Знает. Ну, жизнь она уже не нужна будет. Ну как? Ну, знаешь, перекрестки. Наша задача сейчас какая? Выучиться понять. Нет, сейчас, в данный момент. Во-первых, там знак 40. Это раз. Установленный был. Скоростной режим. Это раз. Во-вторых, пока будет возможность, нужно перестроиться в левый ряд. И мы что хотим сделать? Перестроиться. Вообще, наши планы какие? Развернулся, правильно? Угу. Так, это у нас регулируемый перекресток. Да. За ним, значит, я могу дальше проехать и за ним развернуться. Ну да. Так, это мне тоже надо будет в левый ряд перестроиться. Ты уже в левом ряду?
На данный момент ты находишься в левом ряду. Угу. Просто я вижу там стрелки. Я не вижу там стрелок. Ты там что видишь? А вот за зеброй. За зеброй стрелка куда? Сюда, направо. То есть это не для нас, это для встречного потока движения. Ты говоришь, что там можно мне потом посылки перестроиться. Куда перестроиться? Потом, чуть-чуть дальше. А куда перестраиваться? Конечно, надо потом развернуться. В полосу для поворота налево, да? Нет, другую полосу посмотрим. Так мы едем по другой полосе уже, если мы разворачиваемся. Так, здесь я могу тоже. Да? Это и есть полоса для поворота налево. Вот такую штучку я не искал. Так это и есть полоса. Просто говоришь, в полосу перестроиться. Я тебя спрашиваю, в какую? И для поворота налево ты говоришь, нет. Вперед протягивай. Не схватит. Или я могу дать? Ну, потеряется из виду, остановись. Еще протяни чуть-чуть, потому что мы сейчас будем выполнять разворот и можем задеть бордюрку. Что нежелательно. Ну, это как бы не то, что нежелательно, не надо. Отпускаем тормоза и поехали.